здорово, братик. В общем, помнишь мой второй паблик Хистаригета? Вот. Создатель данного паблика является Исунори Дипсайз, и Ися создал свой YouTube-канал. Парень молодец. Друзья, это мой однофамилец, это мой друг, который мне помогает также в развитии моего канала. Пожалуйста, будь любезен, подпишись на него. Я не буду рассказывать, как там все круто и охуенно. У меня просто просьба подписаться на его YouTube-канал, так как... Ну, это человек, который мне также помогает в развитии моего канала. Я тебя очень сильно прошу, если ты меня хоть немножко уважаешь, ты зайдешь на его канал, ссылка на который будет в описании, и подпишешься на него. Я тебе буду очень сильно благодарен, братик мой. Все, друг, приятного тебе просмотра, я надеюсь, ты подписался на моего друга Илюшу. Ну, для начала хочу вам всем сказать спасибо за то, что вы смотрите меня, за то, что вы подписаны на меня, ставите лайки, пишите свои комментарии, зовете друзей на мой канал. Огромное вам спасибо, друзья, за это. Мне очень приятно, и я рад, что у меня аудитория понимающая и помогает мне развить, и рекомендует мой канал разным людям, как и своим друзьям, так и знакомым, да и вообще просто смотрит меня. Огромный тебе респект за это. В общем... Всем еще раз спасибо, а теперь мы давайте приступим к сборке, окей? Данную сборку, друзья, я сливал по частям, подогревал немножко своих подписчиков, дарил им радость, чтобы они были довольны. И сегодня настал тот день, сегодня у меня 50 тысяч подписчиков, и я сливаю эту сборку для вас полностью. В этой сборке заменены полностью все машины. Не заменены, только, знаете, такие более какие-то спортивные машины. Давайте я вам, что ли, продемонстрирую несколько машин с этой сборки. Все машины я вам, конечно, не продемонстрирую, объясню. Да, что объяснять-то, вы понимаете, что их больше 400 штук. И если я сейчас все машины заспавню, минус FPS... Итак, друзья, я заспавнил несколько машин, чтобы вам показать, что они заменены. Я заспавнил, друзья, тупо рандом кары, и вот что у нас получилось. То есть... Вы понимаете, то, что это просто несколько машин. Я физически не могу вам все показать. Просто заменены все машины. Итак, друзья, давайте рассмотрим мир немножечко сверху. Что мы видим вообще, какую графику? Ребят, мы можем видеть, заменена вода. То есть вода такая, знаете, более... Как в бассейне, короче. Вот стоят замены, друзья, также на деревья, на дороги. Да вообще, ну просто посмотрите, графика очень крутая. Кстати, давайте решим насчет FPS. Что же насчет FPS, друзья? FPS, друзья, в ней очень стабильный, хороший. У меня сейчас FPS 130-140, при этом я летаю, вижу вид сверху. То есть FPS довольно очень хороший, вот. То есть насчет FPS, я думаю, вы поняли то, что здесь все прекрасно, и это GTA для средних ПК. Да, это GTA не для слабых компьютеров, то есть если вы играете на GTA, которая выглядит как Майнкрафт, можете эту GTA не качать, вам она не подойдет. Но у кого средний компьютер, вы можете спокойно ее скачать и попробовать поставить. Я думаю, у вас будет хороший FPS. Итак, друзья, давайте рассмотрим оружие. Оружие, Desert Eagle, напоминает нам УЗИ. Я тоже эти, кстати, оружия сливал. То есть я сборку сливал по частям, сейчас я ее сливаю полностью, но... Так как люди, возможно, не смотрели прошлые части моих видео, моих сборок, мне придется показывать все заново. В общем, вот такие вот, друзья, оружие. Вот Desert Eagle, вот Shotgun, М4, М4 такая красочная и очень удобная, маленькая. Фла, напоминает, знаете, такие старые времена, в общем, ну, немножко не вписывается, так скажем, оружие. Такой жесткий происходит инь-янь, но довольно все равно круто это все смотрится. Насчет анимаций. Анимация Дигла, вот такая вот у нас. Shotgun. М4. Если присесть, мы будем стрелять вот так вот. И рифла. Вот, то есть, насчет рифлы также. В общем, вот так вот. Насчет звуков. Звуки, друзья, у меня стандарт. То есть, звуки я не заменял. Объясню почему. Потому что я привык играть на стандартных звуках. И я очень редко заменяю звуки. Потому что навыки твоей стрельбы, если ты заменяешь звуки, и это приносит тебе какой-то дискомфорт в некотором роде. Итак, друзья, у нас есть доброволец, чтобы мы продемонстрировали вам эффект. И, в общем, наш доброволец Джон Сакура. В общем, сейчас мы будем в него стрелять. А он железный.
Так, в общем, вот такие вот у нас эффекты огня. Кстати, вот видите, у меня такой сейчас блеск на экране. Это от ENB, как вы поняли. Это такое ENB, которое дает больше реализм. Кстати, такой вопрос, почему название мультипликационная GTA? Потому что она чем-то напоминает мне мультик. Ну, просто посмотрите, модельки такие нежные. То есть, ну реально чем-то мне мультик напоминает. Я думаю, я вам ответил на этот вопрос. Также в этой сборке есть замены на все скины в бандах. Сейчас я вам их также продемонстрирую. Я надеюсь, вам эти скины понравились, и вы будете ими довольны. Также, друзья, я вам предлагаю пари. Если на этом видео наберется 3000 лайков, да, это много, но это того стоит. Я вам салют, друзья, полностью скинпак, замена на все скины в GTA San Andreas. Просто вдумайтесь, 300 скинов, замена на 300 скинов. Я думаю, это достойно пальчика вверх, так что, братик, я тебе даю 5 секундочек, чтобы ты поставил лайк, потому что, ну, 300 скинов, ты просто подумай. Ты сможешь скачать все скины и одним кликом их заменить потом. Это же круто. Так что, друг, давай, ставь лайк и получай все скины. Братик, я думаю, ты поставил лайк и ты, надеюсь, выбрал правильное решение, потому что 300 скинов это довольно очень круто. Вот такой вот у нас также еще таймсус. Я надеюсь, он вам также понравился. Насчет ENB, я думаю, вы видите разницу. То, что как GTA выглядит шикарно. Ну просто посмотрите, это реально очень крутая GTA. Также, друзья, кто хочет со мной играть на гранде, я сейчас здесь администратор на испытательном сроке. Надеюсь, я администрации понравлюсь и меня оставляют на админке. А пока что я на испытательном сроке. Но я каждый день делаю видеоролики на этом сервере и каждый день делаю стримы. В общем, кто хочет со мной играть и помочь мне вообще в развитии в плане этого проекта, друзья, заходите на данный сервер, указывайте никнейм приглашенного Тофик Дипсайз. Вот видите, Тофик Дипсайз. После чего, как вы, ну, зарегистрировались, указали мой никнейм, вам нужно качнуть второй уровень. Вы, после того, как качнули второй уровень, пишите MM, выбираете 12-ю строку донат, выбираете ввести промокод и пишите здесь, друзья, Тофик Дипсайз. Когда вы нажмете далее, я не буду нажимать далее, потому что мне нету смысла, я лучше буду показывать, как это делать. То, друзья, когда вы введете никнейм в донате Тофик Дипсайз, вы получите, друзья, все скиллы, вдумайся, все скиллы, випку. И третий подарок, я не знаю какой, пиши в комментариях, какой третий подарок. В общем, вот так вот, друзья. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Я, в принципе, вам продемонстрировал сборку как мог. Да, я бы мог тянуть это видео на 15-20 минут, но зачем? Ну зачем? Ну это лишнее, согласитесь, друзья. В общем, я надеюсь, вы довольны сборкой. Не забудь, конечно, подписаться на мой YouTube-каналчик. Да, ты не забудь. Потому что, блин, я очень сильно стараюсь. Я делаю каждый день видеоролики, каждый день стримы. Бля, я потею как сука. Я думаю, я достоин твоей подписки, парень. Также не забудь порекомендовать мой канал друзьям, колокольчик, написать свой крутой комментарий, лайк. Ну, в общем, ты все это знаешь и ты все понял. Ты умный парень. Всех люблю, друзья. Всем пока.